Бельзебуз прибыл уничтожить род людей, но он не торопится, ведь Йога может дать люлей. Кстати, я забыл тебе сказать, ты не велик казни. С малым в комплекте идет дама, она прямо, черт возьми, тоже демонов в слюнях исходится. Йо-йо-йо, всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами кто? Ну сегодня вот он, Икпорт будет вам дарить настроение, или же будем грустить, или же будем плакать, или... Ну вот все что угодно, вот каков трек, такое настроение будет, друзья мои. И эту работу мне порекомендовал, ну вот кто, скажете вы? А я вам отвечу, воин Архата, дружище, огромное тебе спасибо за заказы. Просто вот снимаю кепку и... Надо уже стричься, кстати, скоро, да? Надо постричься, что наброс, как конь. Кепочку сняли, кепочку одели. Огромное тебе спасибо за поддержку, за заказы, за добрые комментарии и так далее и тому подобное. Обожаю тебя, обнимаю, просто умнейший, потрясающий. Есть что, о чем с ним поговорить. Кто хочет, залетайте в мою телегу, он там есть, может с ним пообщаться, потому что он в аниме-сферах, там манги, аниме, вот это вот все, вот это вот MMORPG, всякие вот эти игры, не игры. Он во всем разбирается, так что интересный молодой человек, интересный. А сегодня у нас Вайтария. Вайтария уже многоуважаемый для нас человек, которого мы слушаем частенько. Я ставлю лайк за стране, мой 241 лайк. 7410 просмотров, опять же, ну, абсолютно, надо, чтобы хотя бы 700 тысяч, ну ладно, 70 тысяч, чтобы было просмотров, вот минималка такая, да. Вайтария, Вельзепус, Вельзепус, это что, его так зовут, Вельзепус, или, а, это название аниме, Вельзепус. Вельзепус, карапуз какой-то, Вельзепус, интересное название, Белзебуб. То есть по-английски рэп по аниме. Интересно, что это за Вельзепупс? Интересно. Давайте наслаждаться этой энергией. Я предположу, что это какой-то персонаж. Кажется, что смешное название, но, наверное, он какой-то серьезный мужчина. И, наверное, годный аниме, раз сам Вайтария, да, сделал про него рэп, про этого персонажа. Походу, это какое-то годное аниме. И здесь, конечно, сарказма не будет. Так что просто название веселое, но это не обозначает, что там какой-то карапуз сидит, правильно, малышок. Нет, скорее всего, там какой-то серьезный мужчина на серьезных щах, да, решает какие-то серьезные дела. Сейчас, в общем-то, и будем с этим разбираться. Всем приятного просмотра. Лайкосик, подписка с вашей стороны будет приятно, само собой. Погнали смотреть, опта, наслаждаться, кайфовать в Вайтарии и атмосфере этого трека. Посмотрим, что здесь будет. Знаю, что он очень-очень... знаете, это стили любит менять, любит разнообразие, да, не любит делать одно и то же, да, в плане звучания, так что, может быть, здесь будет тоже какие-то некие эксперименты, а я эксперименты люблю, экспериментаторов я тоже обожаю, друзья мои, давайте смотреть, let's go. Кто хочет поддержать, ссылочку дайте в описании, лайкотик, подписка, само собой, поставили, надеюсь, уже все, да, поехали. Ни хрена себе, вот это Вельзепус, Вельзепус, обалдеть, если это он, да, шо его так назвали тогда по-детски, а посмотри, какая рамная эта махина, страшный какой-то, этот, знаешь, как это называют, это вот, какой-то полусобака, полуволк, дьявола, волка, собака, я не знаю, да что-то такое, их целых две, а может быть это какие-то демоны идут из ночи за мной, за тобой, за нами всеми, за то, что я говорю такую хрень, да, неправильную про это аниме, они хотят меня наказать, уничтожить, изрешетить, всосать в себя, да, и... расщепить на мелкие-мелкие атомы. Мы это посмотрим. Но я думаю, это не главный персонаж. Это вот просто он начинает. Кстати, музыка завораживает тебя с самого начала. Она тебя просто цепляет и говорит, давай, иди сюда. Ты будешь в меня. Ты, кстати, плавать во мне будешь, как в морях, в океанах, в карьерах, в озерах, в лужах, да? То есть посмотрим, как это будет. Let's go. Ля, как он переродился, красиво. Мне понравился этот эффект, смотри. Был страшный. Вот этот демон, из него такой мальчик красивый получился. Ля, кака. Хорошо. Звали Окатацу, не кипиш воротню такой, что толку не забаться, ли драться, либо нет ответку.
Драться либо нет. Вардплей или шо? Драться либо нет. Ответ кулак уже летит в лицо. То есть жил какой-то перс, которого все, наверное, боялись, который вот был самоуверенный, да, вот это слово самоуверенность, да, который многих подводит. Особенно это в аниме, это вот это вот про демонов, да, как там, вот про демонов аниме, где все демоны в себя всегда верят, но бошки-то у них срываются, да, здесь там что-то типа такого, да. Вот, походу, главный персонаж. Ога Тацуми, да, который его все боялись, потому что он какой-то невероятно крутой чел. Окей, хорошо. Жил да был юноша, звали Ога Тацуми. Кипиш воротню такой, что толку не забаться. Ли драться, либо нет, ответ кулак уже летит в лицо. Стирает тень ухмылок с нападающих глупцов. Ля-ля-ля, понимаешь? Просто челик. Челик Тацали просто не чувствует никого. Стирает тень ухмылок с нападающих глупцов. Но это вот реально, как еще раз имя запомнить, вот это его имя. Ога, Ога его звать, короче. Вот здесь красивый момент, драться либо нет. Хорошо, это подчеркивает индивидуальность. Хорошо, умеет разнообразие. Блин, вот здесь вот хорошо он сделал, смотри еще раз. Такой, что толку. Жил да был юноша, звали Ога Тацуми. Кипиш воротню такой, что толку не забаться. Ли драться, либо нет, ответ кулак уже летит в лицо. Стирает тень ухмылок с нападающих глупцов. И... Ну, походу, понятно, какой-то защитник. Ого его звать, да? Ого, просто защитник. Все оппоненты, вся гопота в этом мире, которые на него пытаются напасть или же делать что-то, какие-то плохие вещи, он дает им отпор, он их в прямом смысле макает рожей в пол, да? Макает рожей в землю, рожей в озера, рожей в лужи, как угодно называйте. Нам показали этот кадр, и это было, конечно, сногсшибательно хорошо. Молодец. Надеюсь, он добрый. Этот вид кулак уже летит в лицо, стирает тень ухмылок с нападающих глупцов. И вот история такая, все как есть, я тебе зуб даю. Решил он как-то снова удалить кулачный зуд в бою. Короче, он просто, знаешь, есть люди такие, да, у них вот кулаки чешутся. У них кулаки чешутся, вот эти, да, чешутся кулаки, они не могут без драк. Вот походу, вот наш персонаж, да, вот наш персонаж, он вот такой же. У него руки чешутся, в любой драке он всегда участвует, он всегда где защитник, где то-то, что-то на влезть, он всегда влезает, даже где-то не нужно. То есть он вот такой, да, агрессивный молодой парень, уверенный в себе и уверенный в своих силах, да. И у него пока что все хорошо получается, может он встретит оппозицию нормальную, которая его остановит, посмотрим. На юг проплывал какой-то с виду мерзкий тип зверский. Недолго его вытащил и понял влип. Он раз... И понял влип. Хороший, понял влип. Ну понятно, да, вот она оппозиция. Вот он страх. Вытащил из кого-то бассейна бухого мужика, да, или что-то такое, или уже не очень сильного, и понял, что он влип, потому что там какой-то парень-то непростой, во-первых, гигант какой-то, во-вторых, может, еще и сильный, да, и что от него ожидать, он там плавал в своем озере, никого не трогал, но вытащил, да, просто прям выбросил и понял, опа, не мой уровень, да, или что-то типа такого произошло, интересно. Сейчас посмотрим, что за мужчина-то, кто, что за способность у него, что он забоялся его, руки-то чешутся, хочется почесаться, хочется подраться, но походу что-то не пошло не так, что-то не по плану пошло. Сейчас узнаем. Он как-то снова удалить кулачный зуд в бою. Тут на юг проплывал какой-то с виду мерзкий тип зверский. Недолго его вытащил и понял лип. Он разделился, ты прикинь, я тебе клянусь, не вру. Видел ли такое ты до этого хоть раз в миру? Ну, короче, понятно, да? Парни на районе говорят нашему человеку. Слушай, у нас на районе какая-то падаль ползает. Он, то ли мы обкуренные, то ли он непростой, да, может раздвояться, да, универсальный какой-то боец. Чувак подумал, вы реально обкуренные, вы реально обдолбленные, я не знаю, да, что за у вас там какая-то мерещится, кажется, привидится у вас или что, да. Он пошел разбираться, вытащил его, значит, из воды, в прямом смысле, взял его, вытащил просто, вышвырнул из воды и охренел. Реально раздвоение, то есть друзья его были нормальными, которые ему это сказали. И вот он сейчас нам говорит, предъявлять, вы прикинь, бля, в реале, вот вы вообще, вот вы видели когда-нибудь такое раздвоение? Ладно, раздвоение личности, окей, хорошо, но тут прямое раздвоение человека идет. Вы видели такое? Я нет, я удивлен, я в ахуе. Он так думает.
И сейчас мы будем смотреть, как он будет с этой густостью непонятной сопротивляться, да, потому что это неизвестный перс, это неизвестный тип. Что от него ожидать? Хер знает, друзья мои. То есть можно ожидать абсолютно все, что угодно. То есть он может раздвоиться на два и умереть. А может раздвоиться на два и стать двумя гигантскими мужчинами, которые уже, об которых уже не почешь свои кулачки. Я хочу посмотреть, что будет дальше. Давай. Прям без рук. И клянусь, не вру, видел ли такое ты до этого хоть раз в миру. Прям без рук вылез из него, малец глаза таращит. Если б сам узрел все это, точно сыгранул бы в ящик. Но... Обалдеть, это получается скрытая личность была в этом человеке, да? Или же просто он не из мира сего, да, вот этот мальчик. Потому что он вытащил его из воды и увидел там, по сути, в расклеившем человеке маленького мальчика. И что, как на это реагировать? Надо его, наверное, отнести в какой-то храм или что-то типа такого, чтобы люди решали, что с ним делать, потому что это необычная ситуация, и никто не знает, как с этой ситуацией вообще, что делать в этой ситуации, в данной ситуации, никто не знает. И вот сейчас ему такой, так сказать, геморрой на долгое время, потому что что с ним делать, он маленький, неужели взять его к себе, обучать ему чему-то, стать для него отцом, но он же первый раз его видит, сфига ли у него такие будут мысли, посмотрим, посмотрим. Видел ли такое ты до этого хоть раз в миру, прям без рук вылез из него, малец глаза таращит, если б сам узрел все это, точно сыгранул бы в ящик, но око камень и вообще с невозмутимым видом, будто бы такое, как сейчас он постоянно видит. После с милым фейсом поприветствовал он карапуза, искр до безумия прозвал малого. Ля какой, он необычный парень, он по нему сразу видно, да, он необычный, смотри, какой носяра, посмотри, какой взгляд невозмутимый, да, по нему видно, что, блин, я не лыком шитый парень, в будущем меня какая-то невероятная судьба ждет. И наш парень говорит, что он абсолютно не влюблен этому миру, все, что происходит в этом мире, он как бы видел на опыте, хотя, казалось бы, такой маленький, да, но во взгляде в этом скрывается абсолютно какая-то гегемония, да, абсолютно какой-то невероятный человек, я так понимаю, да, посмотрим. Что будет дальше. Фейсом поприветствовал он карапуза, искр до безумия прозвал малого бесопуза. И казалось бы, на этом все идет к финалу, но ведь как мы видим, Оги непростой достался малый балом в школе наш. Лютый Ога будет править скоро, ведь коли мальцу что не по нраву, вызывайте скорую. Обалдеть, то есть прикинь, да, он походу его там начал воспитывать или что-то типа такого, да, и теперь при каждой возможности у этого малого руки-то начинают чесаться, и в прямом смысле они чешутся уже не просто дракой, да, что можно потом просто вылечиться и все, а реально у него началась какая-то способность открываться такие, что он реально стал какой-то некой бомбой, да, посмотрите, школа аж взрывается, вызывайте пожарку, вызывайте МЧС, тут школа взорвалась, да, то есть что-то типа такого начало происходить у этого персонажа, да, и все просто в акуе от этого всего, да, интересная история этого перса, что будет дальше, блин, вся гопота теперь будет баянный лекадр, такой типа портфель, блин, с собой носит, нихера подобного, это малой, который способен на очень многое, давай смотреть дальше. Лютый Ога будет править скоро, ведь коли мальцу, что не по нраву, вызывайте скорую. Дал Вельзепуз силы, чтобы... Вот, Вельзепуз, это вот этот малой. Вельзепуз это этот малой, который невероятно силен. Все, теперь понятно. Вот про какую-то песню, про Вельзепуза, а не про вот этого персонажа нашего, который в самом начале раскрывали. Это потрясающе. Вот это вот вам Вельзепуз, еще и красным светом, да, подчеркну, потому что он невероятно силен. Хорошо, хорошо, давайте раскрывать историю. Надеюсь, нам скажут, откуда, из какого мира-то он прибыл. И в ком он был-то, что это вообще, из какого он Марса прилетел, не знаю, давай. Непростой достался малый балом в школе наш. Лютый Ога будет править скоро, ведь коли мальцу, что не по нраву, вызывайте скорую. Дал Вельзепуз силы, чтобы положить любого, да. Вельзепуз, хоть и мал, но все ж потомок бога там. Вельзепуз прибыл уничтожить род людей, но он не торопится, ведь Ога может дать. Ога может дать люлей. Короче, Вельзепуз, я так понял, они его раскрывали. Они поняли, что он какой-то относительно к Богу принадлежащим, да, потому что его способности, ну, невероятны. И Вельзепуз чувствует эту силу, что он не простой ребенок, он универсальный ребенок, он ребенок, который может дать, извините, леща, просто леща, да, вот так отцовского, да, только он маленький, как бы, да. Но его, наш персонаж, который его нашел, стал для него папочкой, да, можно так назвать,
товарищем. Он его, так сказать, чуть-чуть придерживает, а тот малой пока понимает. Но пока не буду на него бузеть, потому что леща-то можно отхватить нормального. Дать люлей, вообще красиво. Блин, вот это прям так текст построен хорошо, да, так на расслабоне. Так вот просто написано, как по-людски, я бы сказал. Да, такая вот манера написания текста, людская какая-то, да, тут вот такой как-то... Как-то более просто, да, написано, но в то же время потрясающе. Молодец, молодец. Вайтария, говорю, постоянно удивляет. Молодец. Мальцу, что не по нраву, вызывайте скорую. Дал Вильзипус силы, чтобы положить любого. Да, Вильзипус, хоть и мал, но все ж потомок бога. Там Вильзипус прибыл уничтожить род людей. Но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Дал Вильзипус силы, чтобы положить любого. Да, Вильзипус, хоть и мал, но все ж потомок бога. Там Вильзипус прибыл уничтожить род людей. Но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Интересно, этот Вильзипус вырастет или он всегда будет таким крохой и с такими силами? Еще была хорошая фраза, что он дал силы. То есть он не то, что как бы сам все творит, да, сам сильный, так он еще и некие силы дал своему вот этому персонажу, да, и из-за этого наш персонаж, вот этот вот, да, его отчим, да, можно так назвать, не знаю, правильно, нет, тоже стал сильнее в каком-то аспекте, да, интересно, интересно. Прибыл уничтожить род людей, но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Кстати, я забыл тебе сказать, ты не велик, казни, с малым в комплекте идет дама, она прямо черт возьми. Май гада был, просто красава был, нифига наборчик, конструктор, я бы сказал, это вам не конструктор Лего, вот такие наборчики, конечно, да, вообще обалдеть, что это за аниме разрывное, почему я про него первый раз слышу, друзья мои, почему я про него первый раз слышу, где MV, где раньше те MV, которые я не смотрел, обалдеть, перс, прикинь, мелкий, а такой набор-то, а? Вот нашему персу-то, да, руки-то у него чешутся, а другому ничего не чешется, а? Смотри, какая тяночка, а? Все есть, ля какая, посмотри на этот конструктор Лего, это же вообще просто. Вайтария просто невероятно это поднес, я хочу еще раз момент. Вильзипус, хоть и мал, но все ж потомок бога там. Вильзипус прибыл уничтожить род людей, но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Кстати, я забыл тебе сказать, ты не велик, казни, с малым в комплекте идет дама, она прямо черт возьми, тоже демон, но в слюнях исходится друг фуру и чи, а она в него зонтом с презрением, как буром ты. Обалдеть, тянка, она тоже, понимаешь, полубог, откуда она-то взялась в этой истории, что-то вот этого не понял, откуда она взялась? Ладно, нам рассказали историю про Вильзипуса, откуда он взялся, да, мужик какой-то прилетел в озеро, раздвоился, оттуда вылез Вильзипус. Но эта тянка откуда взялась, и про нее не говорили раньше. То есть, нам показали, как в хате он начал на кого-то орать, он у него здесь был, и она на коленях такая сидела, вот так вот что-то говорила, да, со своими прекрасными формами. И ля какая, действительно. Откуда она взялась, у меня большой вопрос, но мне нравится она, да, своим зонтиком, ля какой зонтик в виде меча, как будто бы, да, которым она готова разрезать любой дождь, который будет капать на нее, абсолютно. Вообще тоже какой-то гегемон, полубог в этой истории, хорошо. Ляпа, ну вот этот кадр, вот просто, вот откуда она тут взялась? Кстати, я забыл тебе сказать, ты не вели казнить. Вот это все. Так, дальше фраза идет. С малым в комплекте идет дама, она прям черт возьми, реально черт возьми. Откуда эта тянка взялась? Какой комплект? У него что, в животе было два персонажа, почему он тогда раньше ее не увидел? Тоже вопрос. Много вопросов, друзья мои, но мало ответов для меня. Но это хорошо. Мне нравится харизма этого трека, мне нравится харизма Вайтарии, как он подает этот трек. Вообще, согласись, манера, вот слушали про Overlord трек, вообще другая манера подачи, ни хуже, ни лучше, потому что все равноценно. Я люблю эксперименты, вот здесь вот этот эксперимент прям вообще идеально удался, хорош, хорош. Но комплекс дамы, откуда тут дама взялась, это сногсшибательно, я не знаю, друзья мои, я не представляю, но сейчас будем узнавать.
торопится, ведь йога может дать люлей. Кстати, я забыл тебе сказать, ты не вели казни. С малым в комплекте идет дама, она прямо черт возьми. Тоже демонов в слюнях исходится, друг Фуруичи. А она в него зонтом с презрением, как буром тычет. В общем, Оги весь такой расклад, как бы совсем не катит. Ты решил под шумок спихнуть всего потомка знать. И знать бы только, кто из всех героев его сделать сможет. Ведь троих он уложил, ну а с четвертой делит ложе. Обалдеть, он вот не все так просто, друзья мои, не просто вот все так. Как в этой ситуации быть? Вот что бы вы сделали в этой ситуации? Ну вот что? Напишите в комментарии, вот как бы вы поступили в этой ситуации. Я, друзья мои, не знаю, у меня таких ситуаций не было и быть не может, в принципе. Но история нравится, вот это аниме глубокое на самом деле, оно непростое. Это, наверное, аниме, которое тебя затягивает вот в эту всю историю. И ты, наверное, на одном дыхании это смотришь. Вот я когда свое одно аниме в жизни смотрел полностью, Виви песню Прилетого глаза, меня прям втягивал, затягивал, да, туда. Вот эта вот история, наверное, тоже примерно так же тебя затягивает. Но абсолютно разные истории, само собой. Но здесь есть какие-то глубинные смыслы, есть интересные развязки, есть интересные персонажи, за которыми интересно следить. Так что я думаю, на это аниме стоит обратить внимание, кто хочет посмотреть то, что не смотрел. Но мне кажется, это какое-то популярное аниме, и, естественно, его многие смотрели. Просто почему я раньше про него не слышал, а Миви никакие не смотрел, стикеры никакие не видел, а может видел, просто я забыл об этом, да, возможно, возможно. Давай дальше. Катя, ты решил под шумок спихнуть всего потомка знать. И знать бы только, кто из всех героев его сделать сможет. Ведь троих он уложил, ну а с четвертой делит ложе. Гонишь? Да, гоню. Ведь все пока что только в планах. Но еще событий много, на пути сдаваться рано. С кем бы там ни встретиться победу, одержав в итоге сам процесс, братишка, стоит глянуть, я клянусь, ведь Оги. Давай, Оги, Оги, покажи, что будет дальше, какая драка, что нам надо смотреть, показывай, я хочу просто насладиться этой дракой, или что тут нас ждет, показывай, покажи. Дал Вельзебус силы, чтобы положить любого. Да, Вельзебус, хоть и мал, но все ж потомок бога. Там Вельзебус прибыл уничтожить род людей, но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Дал Вельзебус силы, чтобы положить любого. Да, Вельзебус, хоть и мал, но все ж потомок бога. Там Вельзебус прибыл уничтожить род людей, но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Вы сейчас досмеетесь, друзья мои, вы сейчас досмеетесь, я вам говорю. Вот придурки. Нифига себе, там мужской голос у Тяночки-то. Короче, история крайне-крайне сложна, но крайне-крайне интересна. Значит, у нас была ситуация, как наш персонаж, один из главных в этом аниме, походу, да, гулял. Дрался, любил махаться, руки у него чесались, все замечательно. Агрессивная личность, хорошо. Но на их районе произошел какой-то катаклизм. Прилетело непонятное чудовище и упало в озеро. И про него были такие теории, что он якобы раздвоялся. Он, естественно, не поверил, пошел разбираться, вытащил его с этого озера, точнее вышвырнул. И он охренел от того, что реально увидел. Он увидел раздвоение. Он увидел, как оттуда маленький Вилипус начал вылазить. Он начал вылазить оттуда, и он охренел. И после этого началось нам раскрыть этого персонажа Вилипуса, что он просто якобы нереальный. Пойдешь с ним в школу, он просто сделает так, что скорая туда сама приедет. Потому что он просто все развалит, раздолбит, и все, кто будет рядом находиться, будут об этом очень-очень сильно жалеть. Очень сильно жалеть. И после этого нам еще сюда прикидывают тянку какую-то, да? Которая идет в наборе. Откуда во в наборе идет? Я вообще в душе не был. После этого идет история о том, что наш Аги, наш персонаж, то ли хочет избавиться, то ли хочет спихнуть Вильпуза к кому-то другому. Но никто с ним справиться, кроме него, не может. Абсолютно никто не может, потому что он его уже приручил к себе, да? Он может дать ему подзатыльник или что-то типа такого, да? И он его контролирует, другие его контролировать не могут. Так еще и в наборе эта тянка теперь появилась. И походу после этого там какой-то бой начался. И в этом бою нужна была такая сильная сила. И они с этим Вильпузом...
Вельзепузом. Вельзепузом. И тянка вот этой вот начали с кем-то драться, с кем-то махаться. И он сказал, эту битву лучше не пропустить. Тем самым Вайтария сказал, смотрите это аниме и кайфуйте от того, что там вы увидите. Мне кажется, вот в этом причина была. А так, вот много вопросов, да, откуда он взялся? Откуда он прилетел, этот Вельзепуз? Откуда взялась тянка вдобавок вот этого, да, в наборе? Потому что нам не показали, нам показали Вельзепуза внутри. Но нам не показали тянку, откуда взялась, потому что она взялась сразу у них в квартире. Но этот потомок бога меня удивил. Реально какой-то нереальный челик. Вообще какой-то, знаешь, необычный. У него нос такой необычный, у него глаза необычные, у него все необычное. Потому что он реально, походу, потомок бога. И он будет ли он расти в дальнейшем? Вот это вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно почитать, почему эти ржали и тянка мужским голосом сказали. Вы че, бля, ебать, охуели нахуй? Или что-то типа такого. Шо вы ржете, да, вот? Вот придурки. Вот придурки, реально. Вот интересно, интересно. Давайте еще раз посмотрим, насладимся этой нереальной атмосферой. Вопросов много. Может, сейчас найдем ответы на эти вопросы, само собой. Если не найдем, то вы мне в комментариях напишите кратце этой истории этого аниме. Что за полубог Вельзепуз, откуда он взялся в этой истории и откуда тянка взялась. Что за драка нас ждет в дальнейшем, которую нельзя пропускать ни в коем случае. Как вам трек, как вам харизма Вайтари, как вам этот перформанс, да? Вот эта вот новая флоу эмоция, такая вообще офигенная, пацанская, я бы сказал, да? Мне понравилось, друзья мои, хорошо, 3 минуты, 10 секунд кайфа, я еще раз хочу послушать. Просто кайфанем, насладимся, погнали! Вторая попытка, номер 2, насладиться топ-атмосферой, let's go! Звали угадаться, не кипишь воротник такой, что толку не забаться. Ли драться, либо нет, ответ кулак уже летит в лицо. Стирает тень ухмылок с нападающих глупцов. И вот история такая, все как есть, я тебе зуб даю. Решил он как-то снова утолить кулачный зуд. В бою тут на юг проплывал какой-то с виду мерзкий тип зверский. Недолго его вытащил и понял лип. Он разделился, ты прикинь, я тебе клянусь, не вру. Видел ли такое ты до этого хоть раз? В миру прям без рук вылез из него малец, глаза таращит. Если б сам узрел все это, точно сыгранул бы в ящик. Но око камень вообще с невозмутимым видом, будто бы такое, как сейчас, он постоянно видит. После с милым фейсом поприветствовал он карапуза. Искра до безумия прозвал малого бесопузом. И казалось бы, на этом все идет к финалу. Но ведь, как мы видим, Оги непростой достался малый балом в школе наш. Лютый Ога будет править скоро. Ведь коли мальцу, что не по нраву, вызывайте скорую. Дал Вельзепуз силы, чтобы положить любого. Да, Вельзепуз, хоть и мал, но все ж потомок бога. Там Вельзепуз прибыл уничтожить род людей. Но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Дал Вельзепуз силы, чтобы положить любого. Да, Вельзепуз, хоть и мал, но все ж потомок бога. Там Вельзепуз прибыл уничтожить род людей. Но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Кстати, я забыл тебе сказать, ты не велик, казни, с малым в комплекте идет дама. Она прямо, черт возьми, тоже демон. Но в слюнях исходится друг Фуруичи, а она в него зонтом с презрением, как буром тычет. В общем, Оги весь такой расклад, как бы совсем не катит. И решил под шумок спихнуть всего потомка знать. И знать бы только, кто из всех героев его сделать сможет. Ведь троих он уложил, ну а с четвертой делит ложе. Гонишь? Да, гоню, ведь все пока что только в планах. Но еще событий много, на пути сдаваться рано. С кем бы там не встретиться, победу одержав в итоге, сам процесс, братишка, стоит глянуть, я клянусь, ведь Оги. Дал Вельзепуз силы, чтобы положить любого. Да, Вельзепуз, хоть и мал, но все ж потомок бога. Там Вельзепуз прибыл уничтожить род людей. Но он не торопится, ведь Ога может дать люлей. Дал Вельзепуз силы, чтобы положить любого. Да, Вельзепуз, хоть и мал, но все ж потомок бога. Там Вельзепуз прибыл уничтожить род людей. Но он не торопится, пицца ведьога может дать люлей.
Придурки. Я одобряю. Я одобряю, что они придурки. На чем вы ржете на человека, который там лежит в обмороке? Короче, здесь произошла, я такой момент подчеркнул. Здесь произошел обмен энергией, да, какой-то. Вот наш главный персонаж, да, сам боевой парень-то, да, вот это было видно в самом начале, да, как он нам его раскрывали. Боевой парень, который любит подраться, у которого руки постоянно чешутся. И Вельзепуз, который прилетает, да. Вельзепуз, да. Вельзепуз, который прилетел со своей энергией, полубог, вот это все, да. И произошел обмен энергией, да. И вот они столкнулись такие. И Вельзепуз вроде прилетел уничтожать этот мир. Но встретил тоже такого лидера вот в этом человеке. И он может его сдерживать, пока что может сдерживать. Что будет дальше, никто не знает. Но пока что он может его сдерживать, он его контролирует. И вот произошел такой вот этот обмен энергии, и они теперь всегда вместе ходят, вместе сражаются. И вот в самом конце нам было сказано, что была какая-то драка, или же будет какая-то драка, где они в любом случае выиграют и одержат верх. Вот 2D-тянка, откуда вот это взялась, у меня большие вопросы, потому что нам так и не показали, откуда она взялась. Так и не показали. Еще маленький промежуток, это вот где-то вот отсюда, вот, друзья мои, вот отсюда, вот до сюда, в момент был непонятен, что там кто-то от кого-то хотел избавиться. Вот эта тянка была врагом кого-то, а этот враг был другом его, что ли, или как-то так произошло, да, с зонтом ситуация, все прекрасно помните. А так, мне все понравилось, такой необычный перс. Вельзепуз, вот тебе Вельзепуз, да, я его тоже недооценил, что-то вот по названию нельзя недооценивать людей, это все такой бред, так что не смотрим, но вот Вельзепуз, вроде смешное название, а на самом деле там полубог маленький скрывается, который может уничтожить все человечество, если ему дать просто вот так вот момент, благо его кто-то контролировать может, друзья мои, если бы не было этого контроля, он бы нахрен всех уничтожил, и этому миру бы пришла хана, они бы вот с этой сестренкой ее, его, просто бы разломали всю эту землю напополам, блять. И все, все как бы. Ну вот что будет, когда, конечно же, вот эта опека в виде вот этого человека, да, уйдет с его путей, да, и перестанет, так сказать, его носить у себя, да, и вместе с ним ходить. Что будет тогда, я не представляю. Может быть, это в аниме раскрывалось. Рост, не рост, это все. Это будет интересно почитать с вашей стороны. Мне все понравилось. Вайтария, как всегда, удивил. Потрясно сделал, мне вообще просто закатило это на ура. Респект однозначно, мне понравилось такой флоу, необычно, но очень хорошо. Очень хорошо, я говорю, импровизация это всегда замечательно. И всегда вот это вот надо, вот это вот импровизировать, делать что-то новое. Не стоять на одном месте и все обязательно получится. Я говорю, это у него большое будущее у этого чела, хорошие треки делать. А так, всем удачи, ребят, всем пока. Хотите меня поддержать, ссылочку найти в описании. Как вам это аниме, как вам Вельзепузик-то? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. С вами был я, Влад Экпорт, Воин Архата. Тебе огромное спасибо за заказ. Это было потрясно. Лякой маленький, посмотри на него. И вот держут. Придурки, реально. Сейчас вам скажут, придурки. Вот вы, придурки конченые. Мужским голосом сейчас сказала. Молодцы. Давайте, ребят, всем удачи, ребят, всем пока. Щух! До новых встреч, друзья мои! Обнял каждого! Обнял каждого! Будьте такими же сильными, как Вельзепуз! Ёпта! Хе-хе! Пока!